Он показывает точками просто. Точками показывает самую сильную группу, пусть показывает, которая работает над реализацией плана по нашей нейтрализации, чтобы мы сами перестали работать. То ли Турция, то ли где-то там. Почему там? Ну, потому что они первые под удар, если что, если все получится. Не то, что удар, это будет расформирование. А пусть покажет, в чем их план заключается. Какое-то оттуда, я не понимаю, как надоело, наверное, просто внедрить, внушить вот все куда-то. А как внушать нам будут? Через кого? Как сами бы должны. Интересы, деньги, что-то. Вот это вот. Кому какие деньги будут предлагать и какие интересы менять? Мне какие-то интересы менять, тебе какие-то деньги предлагать. Дима почему-то закрыться должен. А как они это будут? Через кого? Все, кто участвовал в этом, сейчас участвуют в этой процедуре на уничтожение и теням и гробики. Полная атака, пусть занимаются синие. Они же хотят выжить. Ну да. Все 97 групп, которые работают над таким, все теням уничтожения. Некоторые, говорит, недостаточно серьезные, но работают. Но тем не менее, они знают, куда, против чего идут, поэтому Да. они пошли против Вселенной. Вселенная должна их вытолкнуть. Следующая группа. Пусть показывают, в чем. Это какая-то. Это какая-то ближняя группа, как московская какая-то. Ну вот московская группа, пусть покажет. Показывает. В чем их план заключается? Тоже рассоединение изнутри. Понятно. А как приход, они это приход какого, приход какого-то другого человека, мужчина какой-то. В группу, которая потихоньку внедрится и всех рассорит. Не знаю, кто не показывает лица, не вижу этого мужчину. Это старый план, мы пытались в чате также сделать, перевести и прочее. А то же самое всех на уничтожение. Знаешь, как изнутри такой вихрик, да, вихрик, да, вихрик, и всех раскидывает. На так них, показывает. На них тоже вихрик. Пусть их планы по времени раскидаются. Рассинхронизация. Гробики. Саркофаги. Троны. Гранаты. Плазматроны. Манипуляторы. Теней. Пусть подсвечивают. Цели для тени. Психологи, пару магинь. В основном психологи. Уже отказались от квантов, отказались от магии. Просто психологи, на что мы клюнем. Третья группа. Третья группа, вот вижу, ты такой веселый, возможно, выпивший даже. Не представляю тебя в таком состоянии. Да легко. Вообще не представляю. Легко. Немножко химии в питье и дальше уже потянет на алкоголь. Типа ЛСД, оно очень активно, его очень мало нужно. Просто в любом бутылке мне подкинуть. Я же заказываю еду иногда. Это какая-то группа тут достаточно такая. Увести вообще тебя в сторону. Да, где они? Вот эти и сработают, я чувствую. Где-то рядом, недалеко, я не вижу точно где. Пусть не орел однозначно, но где-то вот-вот. Да. Это какая-то вот тусовочная жизнь. Весна. Да. Не знаю что. Надо, если будет
симптомы. Ну, наверное. Веселок, девки, алкоголь. Да. Да, примерно так. То же самое. Их в первую очередь прям. Такая веселая жизнь с масками, я не знаю, но... Это просто то, что они показывают. Все верно. Сколько человек над этим работает? Больше 20. Какой им интерес, это масоны? Да. Ну или около этого. Кто главный там? Ну, главный мужчина. Понятно. Высокий такой, худой. И высокий, реально высокий, я не знаю, он может, 1,90 м даже. Чем занимается? Да ничем он не занимается. Погоны, ряса. Нет, нету такого. Бизнес. Да. Высокий. А какой бизнес, пусть покажет название компании его. У него, как знаешь, это все прикрытие его бизнеса. Показывает какие-то магазины, гостиницы, что-то такое. Он просто масон. Я знаю название. Не вижу ли. Примерно около, ну, может, 40. Имя. Будьте здоровы. Буду. Будь. Имя не идет, или я? Просто вижу его, что высокий такой и худенький. Две картинки пошли. Ладно, всю группу... Ты их чувствуешь? Да, чувствую. Ну, в пресс. Манипуляторы. Тени. Четвертая группа. Да, вижу и четвертую группу. Это тоже... В спину за что-то закидывают. Говори, да? Это достаточно... Ну, это не магия никакая. Да, банально. Это все... То да. Разрабатывали идею психушки, то разрабатывали идею подставы, то драки. Сейчас возвращается к сценарию прошлого года, который был год назад. Цесны по этому, самый простой тип вариант. А потом решили, что могут маги и прочее. Пока никак. Пытается уже все. Два банка. Эти в чем план какой у них? Кто это? Это наоборот усилить твою активность. Угу. Чтобы ты ушел вообще в другую сторону куда-то. Чтобы ты посчитал что-то более целесообразным. Наоборот, больше. Бизнес? Нет. Не уходя из этого, но как-то вот пух и лопается. Не знаю, как это описать. Какой-то мыльный пузырь большой, и он так раз и лопается. Ну, угу. Они пытались вот сейчас. Это не сработает. Они вот людей подсылали, которые типа уже школу по работе с квантовыми помощниками организовать, учителей, учеников и всякая херня. То есть перехват управления и как бы от моего имени вот подставить пшик, чтобы лопнуло. Смотри, это СМИ, там Малахов разные и прочее. Что там? Со СМИ связано?
Синий говорит, что нет. А кто там главный? Женщину какую-то показывает. Круто. А кто это? Я не понимаю, кто она. Я не знаю ее лицо. Я вижу, но я не знаю, кто она. Круглое лицо. Кудрявые волосы. Возможно, вот так, где-то ниже плечей чуть-чуть. Граната, акула. Саркофаг. Генерал, покажи. Ножницы. Вот чакра там у нее откуда-то. Сломать. Забить. Гарпуны. По всем. Как вот отвлечь куда-то в сторону что-то, не знаю куда. Туда увезти, оттуда забрать что-то такое потом. Тупая. Да. Потому что в рамках несуществующего канала уже некуда. Только сайт и чат. Все. Мне ничего не выйдет. Вот третий вариант. На фоне весны увлечь. Веселую жизнь. Все классно. Немножко психоактивных веществ, повышающих общий настрой. А пошла эта войнушка нахрен. И всем не до того. Причем это одновременно на всех действует. Вот эту группу первой нужно. Я даже примерно знаю, кто это. Ну ладно, не впервые.